Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свои видеообзоры. Вы уже, наверное, посмотрели мои видеообзоры сорта Настенька, Демидов, Санька, Яблоки на снегу, Ринет, Буян. Вот сейчас пришла очередь показать вам Петрушу огородника и рассказать более подробно. Это супер детерминантный сорт со штамповым кустом. Вот на улице, вот он у меня растет в открытом грунте, он 60 сантиметров, больше он не вырастает. В теплице может его длина достигать 1,20 м. Можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Отличается он своей супер урожайностью, потому что он весь облеплен плодами. У него урожайность с одного куста не с метра квадратного, а именно с куста 4-6 килограмм, но это зависит от погодных условий. И вот здесь видно, что плоды буквально, видите как, их очень много. И еще одно достоинство этого сорта, у него продолжительное активное плодоношение. Вот они все там внутри, но видно, что очень много томатиков, и спелые томаты прячутся внутри, но сейчас я один постараюсь добыть и показать, какие плоды. Вот я начала говорить про активное плодоношение. Это значит, что с июля месяца, вот сейчас он у меня начал плодоносить в открытом грунте, и до самых морозов, до октября, у него будут появляться все новые и новые завязи. Плоды вот такие алого цвета, красивые, вытянутой формы. Производителям заявлено 180-200 грамм, и написано, что могут достигать веса 300 грамм. Это действительно так. Плод вот этот, даже видно, что он массивный. Есть вообще огромные, вот у меня в другом месте там кустики, которые я раньше высаживала, вообще огромные плоды вытянутой формы. Он очень мясистый плод. Еще одно достоинство — его вкусовые качества. У него большое содержание сахара повышенное, он сладкий и мясистый. Единственный его небольшой недостаток — это вот в такие периоды длительных дождей, вот у нас дожди идут уже около месяца, плоды могут потрескаться. Ну, сейчас у меня трескаются не только петруша огородника, а вообще все томаты, потому что повышенное содержание влаги, они томаты меры не знают, они пьют. Но вот этот плод, видите, он в дождливых условиях, в дождливую погоду созрел, нет у него ни одной трещинки. Хороший, прекрасный, вкусный, красивый плод. Вот это был сорт петруша огородник. Он раннеспелый, вот видите, сейчас еще не закончился июль, он уже плодоносит у меня в открытом грунте, потому что куст, еще раз повторю, супер детерминантный, он очень быстро вершкуется, начинает образовывать пасынки, и вот на всех этих пасынках у него плоды. Его не пасынковать и можно даже не подвязывать. Я подвязала просто для того, чтобы потом можно было показать его, вот как они, где они расположены, как они висят. Потому что они там, если он будет лежать, вот видите, какой большой вообще петруша тоже. Вот этот точно 300 грамм будет. Можно его просто посадить, он распустит пасынки свои по земле, и там будут вот эти прекрасные, красивые плоды. Все, вот это сорт петруша-огородник. Все, видеообзор этого сорта я закончила. Можете фото мои, которые я буду потом выкладывать, как он будет весь спелый, я буду фото выкладывать, но видеообзоров уже больше не будет, потому что впереди очень много сортов. Заходите ко мне на страницу, набираете Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край, в Одноклассниках. У меня там все фото, все видеоматериалы. К сожалению, раньше приглашала в друзья, чтобы получать рассылку. К сожалению, в друзья мне больше не разрешают никого принимать. 5000 человек, кто успел, вошел, те получают авторассылкой. Оказывается, больше 5000 не могут люди иметь друзей простые. Ответили, можно только звездам. А раз вы простой человек, вам нельзя. Все. Конечно, это несправедливо. Я думала, что смогут все мои, ну как, кто у меня в друзьях, получать и статьи, и фото. Но вот оказывается, какие-то ограничения у нас в Одноклассниках существуют. Ну, заходите на страницу. На странице я выкладываю почти ежедневно и видеообзоры, и фото, как сейчас спеют, какие томаты в первую очередь. Как их разделять, какие в теплицу надо высаживать обязательно, а не в открытый грунт. А какие-то лучше, например, как подснежник,
только в открытом грунте. В теплице он дает менее урожайность, менее плохой, короче, результат. Есть только для холодного грунта. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот этот сорт рекомендую. Действительно урожайный, красивый, очень вкусный. Петруша-огородник.